Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также группы в Фейсбуке по продаже монет. У нас сегодня предоставлены монетки двух стран. Одна страна — это Хорватия, с нее мы и начнем. Сейчас быстренький обзорчик монетки. Так, 5 лип 93-го года. Такая вот монеточка. Гурт у нас гладкий. Материал сталь с латунным покрытием. 93-й год. Такое вот изображение листочка с желудями. Вот. Так, и следующая наша монеточка. Это у нас 10 лип. Разных здесь годов. Вот. Поближе покажем одну. Все монетки будут выставлены в группе в Фейсбуке. Можно будет перейти и заказать для своей коллекции. Гурт у нас гладкий. Вот. 2007 год. Данная вот монеточка. Так. Сталь с латунным покрытием. Такие вот у нас 4 монеточки. Кому нужно коллекцию, можете заказать мне в группе в Фейсбуке. Ссылочка будет, как всегда, в описании. Следующий у нас 20 лип 2003 года. В едином мне экземпляре пока есть. Республика Хорватская. Вот. Маслина 2003 год. Такая вот красивая монетка. В неплохом состоянии. Гурт гладкий. Сталь с никелевым покрытием. Такая вот монеточка симпатичненькая, может прийти к вам в коллекцию. Такая в более хорошем состоянии, ну, я думаю, что можно почистить. Так, Республика Хорватия, 50 лип 2007 года. Гурт гладкий. Вот. 2007 год. Такая вот монеточка, может, кому-то дает коллекцию. Следующая наша монетка, это у нас уже более такая посимпатичней. Это одна куна, хорватская монетка. Гурт уже у нас здесь, как видите, ребристый. Вот. 2001 год, изображение птички. Славия, наверное, я не знаю, или правильно читаю. Вот такая вот красивенькая монеточка. Следующие у нас предоставлены монетки. Это у нас монетки Боснии и Герцеговины. И здесь у нас 5 пеннингил 2011 года. Такая вот монеточка. Гурт у нас ребристый. Сталь с никелевым покрытием. Итак, следующая наша монетка. Это у нас 10 фенингов 2007 года. 10 у меня несколько штук. У всех гурт гладкий. Сталь с видным покрытием. Вот. Возьмем на примере. Все они в неплохом таком коллекционном состоянии. Можно будет заказать в группе в Фейсбуке. Будет ссылочка себе в коллекции. Вот такие вот монеточки. Сейчас посмотрим поближе. Что же у нас там изображено. Босния и Герцеговина. 10 фенингов. Гурт гладкий. Здесь изображен. Такая вот имеет она у нас монетку. Ой, рисуночек. Так, следующая у нас монеточка. Это у нас Босния и Герцеговина. 20 фенингов 2007 года. Имеется у меня в одном экземпляре. Можно будет себе заказать в коллекции. Гурт у нас уже здесь ребристый. Сталь с медным покрытием. 2007 год. Такая вот симпатичная у нас монеточка. Так, и предоставляем ваше внимание следующую
страну, которая мне здесь предоставлена. Это у нас Люксембург. Это у нас 25 сантимов 1654 года. Такая вот красивенькая монетка. Материал алюминий. Гурт гладкий. Люксембург. Такая вот красивенькая монеточка. Может стать дополнением вашей коллекции, заказавшей ее у меня в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании. Следующий у нас Люксембург 1 франк 1981 год. Такой гурт ребристый. Вот. Такое вот у нас имеет изображение. Джон Грантак. Извиняюсь за прерывание. Итак, следующий у нас может Люксембург. 1 франк 1981 года. Гурт ребристый. Такое вот изображение. Мидо-никелевый сплав. Правитель Жан. Так, следующая наша монетка. Тоже из Люксембурга. 1 франк 90 года. Итак, продолжим наше видео. Вот, что-то техника сегодня меня подводит. Такая вот у нас 1 франк 1990 года. Люксембург. Гурт гладкий. Правитель Жан. Материал. Сталь с никелевым покрытием. Такая граненькая монетка. Вот, может стать чем-то дополнением, заказавшей у меня в группе в Фейсбуке. Следующий у нас 5 франков 1986 года. Вот, EML, гурт гладкий, правитель Жан, материал алюминий бронза. Такая вот красивенькая монеточка, может стать дополнением чьей-то коллекции. И вот последняя на сегодня у нас монетка Люксембург. Это у нас 1 франк 1957 года. Такая вот симпатичная монеточка, мидо-никелевый сплав, гурт ребристый. Такая вот симпатичная и красивая монетка с таким вот у нас изображением. Гурт ребристый. Вот. Таким вот изображением. Правитель Шарлотта. 1957 года. Так что вот такая вот красивенькая монетка может стать чем-то дополнением к коллекции. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписаться, поставить лайки, написать комментарии и пожелания к дальнейшим видео. Не забываем также переходить по ссылочке в описании, в группу в Фейсбуке, вступать в мою группу, будет очень много интересных монет. Всем пока, до новых встреч!